Здравствуйте, вы смотрите ТВ Брикс. Сегодня в программе все, что вы хотели знать о китайской медицине. Данный метод лечения имеет высокую эффективность в лечении клинических больных. Гастрономические предпочтения иностранцев в России. Сибирскую картошку могу есть в любых видах, а вот сало так и не полюбил. И россиян за границей. Хлеб либо рисовый, либо даже если он пшеничный, то он сладкий. Поэтому с обычным бутербродом будет, наверное, не очень по-русски. Архитектура индийских городов и фауна заповедного африканского леса. Смотри телевидение. Будь брикстером. I'm a brickster. You're so brickster. You're so my brickster. 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 我来参加金砖五国戏剧节. Я брикстер.